Всем привет, дорогие друзья! Сегодняшний обзор посвящен посудомоечной машине Kandi CDI-2D-10473-07. Это весьма бюджетная посудомоечная машина от известного тренда. Поставляется машинка в картонной коробке, имеет на низу пенопластовое основание, которое обеспечивает ей сохранность при транспортировке. Боковые торцы металлические окрашенные. Сзади мы видим шланг подачи воды, сливной шланг и сетевой адаптер. Передняя поверхность рассчитана под установку фасада кухни, но для удобства имеется специальная ручка для того, чтобы было удобно открывать машинку при ее предварительном осмотре. Модель рассчитана на 10 столовых комплектов, имеет класс энергопотребления А, потребление воды составляет 9 литров. Потребление электричества 0,74 кВт в час. Я думаю, вам прекрасно видно, что машинка упакована достаточно хорошо. При транспортировке повреждения маловероятны. Внутри также каждый элемент имеет мягкую прокладку, что обеспечивает надежную фиксацию внутри корпуса и ничего не болтается при транспортировке. Верхняя корзина традиционно рассчитана на то, что в нее будет устанавливать какие-то блюдца, мисочки, чашки, стаканы. В общем, для стекла. Имеет откидной бортик, как и большинство современных моделей. Данная модель оснащена лотком, отдельным лотком для столовых приборов. Весьма удобная вещь и намного удобнее, чем традиционные корзины, которые устанавливаются в нижней части. Итак, кнопки управления расположены на дверце. Здесь же расположен светодиодный дисплей. Для удобства пользователя в комплекте поставки идет специальный шаблон, который ложится на фасад. На нем есть подробная инструкция по его установке, а также отмечены точки, в которых необходимо просверлить отверстие. Шилом делаем наметочку и сверлим отверстие в каждой из этих точек. Для правильного функционирования устройства необходимо выставить его горизонтально. Для этого нам послужат вот такие выдвижные ножки, которые позволяют осуществлять регулировку положения устройства в горизонтальной плоскости. Все ножки расположены в углах посудомоечной машины и выкручиваться, следует сказать, достаточно сложно. При этом на лицевой поверхности предусмотрен винт, который позволяет регулировать сразу положение двух ножек задних. Здесь же расположены винты, позволяющие регулировать степень натяжения пружин откидной дверцы. Безусловно, все корзины являются съемными. В нижней части расположен вращающийся распылитель лопастного типа. Здесь же расположена крышка резервуара для смягчающей соли, которая необходима для уменьшения жесткости воды. Для этого необходимо, конечно, подточнить в местных водоканалах степень жесткости вашей воды. Производитель рекомендует засыпать сразу 1,5 кг соли, но, скажу честно, сюда все не влезло за раз. Влезло где-то грамм 1300-1400, не более. Опять же, для того, чтобы поместилось больше соли, необходимо предварительно, либо в процессе насыпания соли, добавить воды. Вот вы видите, сейчас у нас резервуар полный. Добавляем чуть-чуть воды, и соль начинает уходить в систему. После выполнения данного несложного действия, фактически посудомоечная машина готова к эксплуатации. Вообще, хочется сказать, что машинка работает достаточно тихо и, конечно же, очень радует достаточно большое количество автоматических программ, которые предусмотрены в данной машинке. В заключение давайте посмотрим, как же можно компоновать столовые сервизы внутри посудомоечной машины. Посмотрите, насколько удобно размещаются вилки, ножи, ложки внутри верхнего отсека. Он намного удобнее, чем корзина, которая использовалась в более простых моделях. Средний лоток
верхний лоток для чашек. При необходимости есть возможность его либо поднять, чтобы установить большую кастрюлю, либо противень, ну, либо опустить, что позволяет верхнюю корзину установить более высокие чашки, либо тарелки. На самом деле данная модель очень удобная в эксплуатации. Принимая во внимание тот факт, что ширина машинки составляет 44,8 см, в нее влазит достаточно большое количество столовых приборов. Включение устройства осуществляется путем нажатия кнопки питания, загорается светодиодный дисплей, и далее мы выбираем необходимую программу. Слева на дисплее отображается продолжительность работы той или иной программы. 8 автоматических программ, как уже говорил ранее. Есть режим отложенного старта до 24 часов. Половинная загрузка. Причем хочется сказать, что отложенный старт идет градация по 1 часу. Есть режим дополнительной сушки. Для того, чтобы запустить программу, необходимо просто закрыть дверцу. Если нужно остановить программу, просто приоткрываем дверцу, добавляем необходимые тарелки, либо моющие средства, и опять закрываем дверку, программа продолжается. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. Всем пока.